Сап самое большое в Юго-Восточной Азии. Тонле Сап переводится как пресное озеро. Дети плавают на мисках, подплывают туристы. Смотрите, кто к нам приплыл. В алюминиевой миске. Дети плавают в алюминиевых мисках, видите, по озеру. Предлагают сфотографироваться с питоном. Говорят, у нас в Украине жить тяжело. Да. Да. Видите, девочка с питоном предлагает сфотографироваться. Посмотрите, вот это дети в алюминиевых тарелках, да, в алюминиевых мисках, плавают буквально каждого на шее змея. Видите? Предлагает туристам сфотографироваться. Вот это самое. Вот ходят с туристами, видите, в обнимку, с маленькими такими питонами. Да. На этом озере даже есть дорожные знаки.